Привет, дружище! Сегодня покажу вам отрывок вчерашнего стрима, достаточно интересную часть, и она заключается в том, что я решился в первый раз за все то время, что я играю в битву замков на своем аккаунте, пройти битву гильдии, топ-5 игроков, используя только, грубо говоря, героев, которых использую на защите, ну, так называемая защитная пачка, наверное. Ну, как-то так можно сказать. Ну, я не особо, конечно, парюсь по поводу защиты, но вот у меня вчера на базе, к примеру, грубо говоря, стояли такие герои, и я решил пройти топ-5 игроков, используя именно этих героев. Вообще разговор изначально зашел о том, что мне там ребята рассказывали, как, ну, многие дальниками сейчас проходят топов, также используя Фрейю, но при этом еще берут Седну, берут Стрелка. Я как-то попытался сделать пачку, которую многие игроки используют, которые не проходят Минотавром, которые не проходят Ронином и так далее. Собрал Седну, собрал, короче, Стрелка, но у меня получается, что Седна, что Стрелок, они с Бастионами, они что-то, короче, очень быстро откисали. И потом ради интереса взял вот просто вот такую обычную пачку свою и пошел тестить ее в рейдах. Ну, как в рейдах, я просто брал и вот смотрел, кто, какие игроки в топе, на них брал и нападал, и смотрел, что будет, могу я им их 6 героями пройти или не могу. И вот многих топов, кто был на то время открыт, на кого можно было напасть, я прошел, грубо говоря, там, с первой попытки, ну, кого-то не с первой попытки прошел. И после этого увидел, что, блин, я могу вроде как пройти и не слиться, и решил рискнуть. Пойти в битву гильдии без всякого Ронина, без всякого Минотавра, а вот просто испытать, как говорится, такие, знаете, адреналинчик чуть-чуть. Потому что для меня это был адреналин, как будто, знаешь, первый раз прохожу, грубо говоря, битву гильдии. Ну, вот такие вот дела, извиняюсь, у меня еще и будильник, короче, заорал я сегодня. Что-то совсем поздно проснулся, вчера совсем поздно лег, и давайте тоже посмотрим, что из этого получилось. Надеюсь, меня поддержите. Но это реально было стрёмное, по крайней мере, для меня херня. Я знаю, что многие топы так ходят, вообще там всех ломают, но вот для меня это оказалось в первый раз очень-очень страшно, и все-таки шанс слива там на самом деле максимальный. Еще раз извиняюсь за качество, потому что картинка записывалась во время стрима, и как бы, ну, надеюсь, кому-то будет интересно. Всем пока, друзья. А, ну, точнее, ну да, пока. Блин, перекреститься хочется. Так, тот 379, 371, 394. Не, вот 94, 90 и здесь трое в Тарксе. Двое в войсах, трое в Тарксе. Это, кстати, легкий. Яш по сравнению с остальными. Вот второй посложнее будет. Подожди, подожди. Здесь я сверху заходил вообще как нифиг дею. Просто разобрал это все дело. Типа огнекрыло тоже? А у него есть разве? Да, стоит. Снизу, что ли? Сверху. Я... Да ладно. Да, у него не было же, когда я проходил. У второго вот там такой огнекрыл какой-то серьезный. Че, мне тут с огнекрыла, не с огнекрыла начинать? Я с Анубиса всегда. Нет, в плане нападать на какую сторону. Ну, пойду там, где нет огнекрыла. До первого слива, ребят. Причем самое забавное, что сегодня, во-первых, это на место не повлияет никаким образом. Во-вторых, ты все равно 1800 кулаков получишь. Нет, ну это да, но в рейтинге не хочется падать. Так, Voice of Freedom пошли. Бля, ну Яша опасный. Ну а там Афина сверху. Не, слушай, я бы все-таки сверху нападал, но снизу так стрёмно идти. А почему снизу стрёмно идти? Ну они у тебя здесь по-любому зависнут, низ должны ушатать, если сможешь зависнуть сверху. Нет, все. О-о-о, да, как все у тебя плохо-то.
А, у меня же все живы, я ж не в рейдах. Да. Nice of freedom. А кого там сверху шатать? Там я, если снизу всех ушатаю, мне там останется наверху только огнекрыл. Который, как показала практика сегодняшних боев в рейде. А делай как хочешь, Саша. Не, ну да. Который ложится. Но с другой стороны, сегодня есть Костя, который получил пизделей. Кто мне там пишет? Блядь. Так, давай. Просто у меня всегда так получалось, что я на огнекрыле завистал. Подожди, завистал подожди, и... подожди, не отвлекай. Ой, ой, все. Да, у тебя герой нубский. А кто там еще стоит? Анубис, да? Учти, что в рейду хотя бы урон выше, потому что Минос, например, в рейде с Купидоном бьет сразу 90 с хреном, а на БГ 50 не ударит. Соответственно, в рейде урон у героев у твоих выше. А здесь это так не работает. Это как в экспедиции это сейчас. Подожди, подожди. Пу-пу-пу. Ворожая как-то быстро теряем. Причем не повелителя, а именно ворожая. Снова минус ворожей. Ну да. Но неужели зацепились хоть как-то? Ну снизу герои стоят целые. Еще в обратку дают. Ну, сейчас было лучше, чем в предыдущие разы. Ну, давай отсюда. Просто, если... Ух ты, ёпт! 41% здесь. Это ты где выпустил? Здесь выпустил. Странно. Они в бок, что ли? Туда, знаю, влево да, убежали? Просто если они оббегают с другой стороны, они в центр, 21, там... 26. Блин, ну некорс у тебя пуляется, конечно, да, мощно. А, во-во-во. Ну здесь-то они ушатали, да, всех. Все, один этот остался. Ну что, проверяем теорию Кости. Давай. Бля, пацаны, очкую, не могу. Они разделились, придурки. Давайте сжали кулачки. Бля, очкую, не могу. Да! А, 86%. О, убили. Это как бы... Да. Именно за этим, друзья, вы сюда и приходите. Да, блин. Стрёмно. В рейдиках, конечно, полегче. События, битва гильдии. Следующий, да, Voice of Freedom? Не, подожди, там был в Тарксе. 93. Свинократ. Ой, свинократ вообще тут делать нечего абсолютно. Он еще с триантом стоит. А, так, о, ну тогда да, тут. Он Дрейк. Не, ну если сейчас сольюсь, то это будет эпично. Ну можешь глаза закрыть на всякий случай.
Возьмет сейчас всех Ронин, перебьет нахер. Не мечтай. Но зависнуть могут на нем, так что время может кончиться. Я об этом подумал, да, я вот думаю, может все-таки Феникс нужен потом с другой стороны. Я один раз на этом, на Яше вышел. У тебя в самом начале будут проценты быстрее намного да, набираться. Да. И в неудачных заходах у тебя постоянно будут выходы так, 47%. Вот я просто один раз уже на Яше вышел 40%. Это дико стрёмно. Так, дальше Voice of Freedom, да? 390. Подожди, а чё, Антон в Voice of Freedom? Чё, не в борцах? А, так там какой-то десант из борцов. Этот Антон, далее Челсик и Маша. Они теперь тут. А, вот. Они сюда перешли? Главное, Челсик Прибалта прошел, я такой смотрю, о, Челсик, пошел смотреть в борцах, значит, думаю, сейчас найду, гляну, кто у него на базе стоит. Прокрутил раз пять туда-сюда состав борцов, думаю, что, дебил, что ли? Потом так, думаю, погоди. Зашел обратно в этот список, смотрю, Voice of Freedom. Ясно. Нихера. Быстро Анубиса шлепнули, быстро. Двадцать шесть, 28, 45. Ну все. И смотри, они, блядь, не проседают. А ты слился, Саш? Да. А я, блин, я думал, ты с винограда проходишь, поэтому и не сказал даже ничего. Ё-моё. Надо, наверное, было здесь точно с огнекрыла проходить. Ё-моё. Обалдеть. Давайте, ребята. У тебя появились определенные шансы на победу. Давайте, ребята. У Кости не было огнекрыла. У тебя есть. О, Анубис на здание сагрился. Прикинь, там еще одна башня останется. С другой стороны, вот это хранилище. Подожди, мы не можем его убить. Афина, сука. Он с бастионом. Ну, бля, там у многих, кого я проходил, был... А, все убили. Фух ты, бля. Не, ну было бы забавно, если... Не, ну очень долго на некросе зависли. Очень долго на некросе зависли. Фу ты. Не, огнекрыл-то ладно, а в начале... Да, там набрали 50%, и еще непонятно, все стоят, и непонятно вообще, чем... Да-да-да, и проседают еще так стрёмно, да, и чем это еще закончится, непонятно. А повелителя хер знает, кем можно заменить. Бигфут полбазы снесет. Mm-hmm. Ахаха, спасибо мне, скажи хоть. За что тебе спасибо? А сейчас скажут, у меня там герои не были собраны. Или это Челсик, видя, что я пойду на Антона, там снял защиту, все. Без рун героев остался. Питомцев убрал, руны, артефакты убрал. Блять, ну это стрёмно. Это стрёмно. Ну там это, наверное, Челсик как-то этому Прибалту защиту выставляет и так далее. Так, 376. Дальше Таркс, да? Да, все. Подряд. Бигфут. А, ну это тоже легкий совсем. Здесь я вроде с Фрей шел. А ты что, на каких-то без Фрей шел? Нет, я имею в виду с Фрей, имею в виду сверху, там, где Фрей у него стоит. С Фрей это понятное дело, что я с Фрей. Ну давай с Фрей начнем. Тут просто ратушу. А, да, вот тут я, кстати, юнитами спамил, чтобы это говно промахивалось немножко. 44. Ну все, идем на 50%. Ёлки-палки. Ну тут чувак, блядь. Как это у тебя быстро очень все происходит? У меня, не знаешь, стоят там 19. Чувак, у меня тут... А у тебя и некрос еще херачит там по всем. Да. Ну некроса Бранд... сейчас тоже полезно брать. Некрос некросом, он херачит, но у него сейчас огненка стоит.
Да я понимаю, но с точки зрения скорости набора процентов, мне кажется, это, конечно, страшная штука. Здравствуйте, Геннадий, здравствуйте. Блядь, стрёмная херобора, конечно. Там сейчас, по-моему, оставшиеся, сколько там у тебя, двое, один, два? Один, наверное. Один. Шниперсон вроде бы. Тоже такой, я как-то на него заходил, что-то он не дохнет и не дохнет. Странный. Сейчас будет весело слиться на самом слабом. Удивлялся? Не этот, Тарксов. Я еще удивлялся, думаю, что как-то у Юры все 12 из 12, а он шатает. Ну, смотри, у меня здесь огнекрыл. Ну да, защита интересная. Бля, ну давай не на огнек. А, у него тут и Фрея, видишь сразу? Да, он хитро поставил, так знаешь. А сверху ворожей вроде стоит. Получается, что сверху нападаешь, ворожей убил, а снизу у тебя жопа. А напал снизу, хрен ты там что сделаешь. Я сидел, тыркался, еле получилось. Каким-то чудом в итоге. Они такие взяли и убили резко всех. А, тут я под молчанку высаживаюсь. Да, тут арес еще стоит. Причем высаживаешься здесь, попадаешь в молчанку. Высаживаешься сбоку, они дебилы в центр бегут и проценты нахерачивают там. Бля-бля-бля. На Фрею издалека стрёмно идти. Ну да, когда с огнекрылом вместе стоит и с Анубисом, это такой пак серьезный, который может твоих ушатать в защите. А там Некрос, Ворожей и Стрелок. Здесь ты ушатаешь, скорее всего, но вниз идти страшно. Да, вон здесь шатаются они. Там они все целые внизу. Анубис еще пару жизней. Может, они мы сейчас на зависнем, да, на да, этих. Да, да. Повелитель его прилетел. А, ну там все, всех убили, повелитель. Вот этот огнекрыл остался, походу. Я уж тебя понимать начал. Здесь, блядь. Я перекрестился. Что-то. Да. Поздравляю, ты прошел БГ. Не то, что ты прошел, ты не слился.